Далее о спасении двух слонов, которых унесло в открытый океан во время купания. Морской патруль Шри-Ланки обнаружил их в километре от берега. Спасатели вызвали подмогу, водолазов и 3 военных судна. Слонов обвязали веревками и несколько часов тянули к мелководью. На берегу счастливчиков ожидал медосмотр. Сейчас они уже в джунглях. Можно сказать, отделались легким испугом.